Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкнота достоинством 1000 вон Корейской Народно-Демократической Республики образца 2006 года. Корейская Народно-Демократическая Республика – государство Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Граничит на севере с Китаем, на северо-востоке с Россией, на юге граничит с Республикой Корея и отделяется от нее демилитаризованной зоной. С запада омывается водами Желтого моря, с востока – Японским морем. Столица – город Пхеньян. Бумажные банкноты впервые появились в Корее в 20 веке. В 1910 году в обращение вошли первые корейские купюры номиналом 1 вона. После оккупации Кореи и Японии основной денежной единицей страны была иена, которая на корейском звучала как вона. Иена делилась на монеты меньших номиналов, которые в Японии носили название сена, а в Корее – чона. В 2009 году в КНДР была проведена денежная реформа с деноминацией 100 к 1, и в обращении появились новые банкноты. 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 вон, датированные 2006 годом. Эти банкноты находятся в обращении по сей день. Реформа 2009 года носила конфискационный характер. Обменять старые банкноты на новые разрешалось в течение 2 недель в крайне ограниченном объеме, что привело к серьезному бунту среди населения. Мы видим, что на лицевой стороне банкноты расположен портрет основателя и первого правителя Северной Кореи Ким Ир Сена. Годы жизни 1912 по 1994 год. Давайте посмотрим, что изображено на реверсной стороне банкноты. Вот так выглядит обратная сторона банкноты. И мы видим, на ней изображен дом в Манганде, где родился Ким Ир Сен. Сейчас там музей. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвеченном, какие банкноты есть водяные знаки. Мы видим с вами водяной знак в виде триумфарной арки. Больше водяных знаков нет. И нитей тоже нет. Вот такая вот у нас сегодня с вами была в обзоре банкнота. Напомню, это банкнота достоинством 1000 вон Северной Кореи образца 2006 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!